Здравствуйте, товарищи, с вами Онкель Снайк, и мы начинаем с вами цикл прохождений по моду Eras Total Conquest. Почему я выбрал этот мод? Выбор пал на него из-за того, что там очень много эпох, и мы сможем разные исторические периоды захватить, сделав несколько прохождений. Давайте посмотрим. Вот на этом лончере я сейчас сделаю с рабочего стола, чтобы было удобнее съемку. Вот смотрите, что мы имеем. У нас мы можем, выбрав любую букву или любую цифру из вот этих вот шести, да, эти шесть букв и шесть цифр, мы можем с вами выбрать эпоху или какую-то карту, да, которая будет у нас соответствовать определенному историческому периоду. Соответственно, там будут юниты, свои технологии и разные территории. Смотрите, значит, если мы будем выбирать с А по F, да, с A по F буквы, то мы можем попасть в любой из этих годов, да, то есть по годам. Здесь будет у нас по карте Европа, Ближний Восток, Северная Африка, вот эти карты. Дальше, если мы будем выбирать по... Можем выбирать компании территориально. Вот, например, здесь более широкие карты, которые мы выбираем уже с помощью цифр 1, 2, 3 до 6. А с 1 по 3 это походы этих крусейдеров, или как они там называются, крестоносцы. Начинаем 1220-1331 Ренессанс. Третья компания это 1453 Новая Эра. Все это происходит, будет происходить на карте Европы. Middle East, это что у нас? Средняя Азия, что ли? Африка и индийская карта, то есть даже вплоть до Индии. Затем, если мы выбираем монгольские завоевания, это у нас Mongol Invasion 1230 год и 1326-4... Четыре ханата, эти, видимо, как они, царства, да, вот эти восточные. Будет игра происходить на карте Европы, Африки и азиатской карты, то есть расширена в сторону Азии. Также существует компания под номером 6, 1547 года стартует. Это всемирная карта, которая затрагивает всю карту, включая... Все, кроме Антарктиды. И там и на Мадагаскар есть остров, и есть Австралия. Короче, все есть, кроме вот Антарктиды. Самая масштабная карта. Вот. Но я предлагаю начать нам серию коротких кампаний по историческим периодам. Например, начнем мы с 970 года. Затем, что у нас там? Пройдем короткую кампанию. Затем за какую-нибудь страну. Затем посмотрим, с 1080-го мы можем начать. А потом третью кампанию мы либо крусейдеров выберем, либо монгольскую инвазию, да. И так мы будем смотреть по историческим периодам и двигаться. Я вас уверяю, я посмотрел разные исторические периоды. Это прикольно. Очень прикольно сделано. Очень прикольно сделано именно... по периодам, то есть здесь и огнестрелы, и где и броня, и все там каша в концове, и развитие, как бы развитие у нас стран очень интересно. Так, сейчас мы с вами начнем кампанию 970 года. Итак, мы с вами в главном меню. Давайте посмотрим меню настройки. Я знаю, что... Так, игровой процесс. Ограничение камеры снимаю. У меня постоянно почему-то она выходит. Численность отряда сделаем большую, потому что на максимальной у меня там... Ну, начинаются не очень интересные вещи. В плане люди опять не могут расставиться на городских картах. Вот. На городских картах это не очень интересно. Когда люди не могут на стены встать, тем более... куча народу, когда именно... Раньше же не было такого, рыцарей все-таки было немного в отряде там. Если у нас 46 конных рыцарей, то... Если у нас 46 конных рыцарей, то их должно быть, ну, немного, в принципе. Вот разные страны. Здесь держава буидов. Кто это будет? Надо пробовать разные страны, которых мы не встречали еще. Но я вас
Сербское королевство, Хорватия, Англия, Норвегия, понятно. Испания, халифат омейядов. О, испанцы в тяжелом положении. Эмираты, халифат, Франция, Священная Римская, Нормандия, Польша, это мы понимаем, Венгрия, вот здесь будет болгары, огромные тоже шотландцы, Уэльс, мы знаем, где это дальше, Бургунды на море, на Средиземном, печенеги, офигеть, византийцы, Русь и Венеция. Но вообще, первую кампанию по этому моду не просите меня играть за этих, как они называются, вот видите, 970 написано. Не просите меня играть за этих, как вам сказать, государства азиатские, я как-то надо привыкнуть. Я думаю, планирую это все играть до, знаете, до выхода Medieval 3. В принципе, можем играть в этот мод, там действительно очень разноплановый. Заодно нам как раз надо будет проверить, как все это работает здесь. Знаете, вот я склоняюсь между двумя государствами, это во-первых. То есть надо привыкнуть к боевке, все туда-сюда. Давайте вот, смотрите, Ирландия есть, вот на острове, там можно спокойно начать развиваться, да, и потом выбегать уже наружу. И есть у нас, знаете, кто Бургундия, вот где это Бургундия? Болгария, Венгрия, Польша, где Бургунды? Может, на самом деле, наверное, за Ирландию будем. Хотя нет, Ирландию мы уже с вами видели. Нет, Нормандия, погоди, где Бургунды, а? Ё-моё. Ну вот, я нашел Бургундов. Вот, может быть, есть смысл за Бургундию сразиться, да? Вот она в центре Европы, мы сможем многих юнитов посмотреть сразу. Ну, можно за ирландцев, ну, я не знаю. Давайте за бургундцев. Эту кампанию сделаем короткую, пережить гибель держав королевства Франции, Священной Римской империи. Нет, для за бургундов здесь будет, мне кажется, слишком долго, потому что, смотрите, огромная какая кампания Священной Римской империи, это слишком жестко. Я бы хотел первую поиграть нашу кампанию, потом, если что, двинуться в сторону более современных времен. Вот смотрите, за ирландцев у нас надо пережить королевство Англии и Норвегии. Норвежцы вот здесь, а англичане вот здесь. В принципе, даже для разминки у нас такая кампания пойдет. Смотрите, сложность поставим высокую и сложность кампании самую высокую. Управлять всеми поселениями и следить не будем. Потому что здесь такая карта огромная, если начнут сейчас следить за ИИ, то мы охренеем. Неограниченное время битвы отключаем и значит, нажимаем, поехали за Ирландию. Спокойное развитие и в нашем распоряжении довольно большая карта. Ну что ж, давно не играл я в Medieval. Это одна из моих любимых игр, на самом деле, вот из тоталваровских старых. Прежде давайте мы, значит, являемся с вами ирландцами. У нас есть. Мы все будем изучать. Опять же, мод. Это играю я первый раз его. Парочку пробных ходов не в счет. Поэтому вот. Смотрите, значит, особенность найма. Здесь очень важны трейты, развиты у генералов. И, ну, к этому мы вернемся. Вот смотрите, 320. Нет, давайте другое поселение возьмем, где у нас есть юниты. Вот. А, нет, не здесь. Ну, допустим, даже. Значит, обычные юниты у нас содержание 75, 140 найма и 75, да? Это городская стража. А наемники, которых можно нанимать, они очень дорого здесь стоят, но у них очень хороший показатель. То есть на стартовом этапе, если чуть-чуть у нас по деньгам будет нормально, мы сможем оперативно этих вот оперативно загрузить наемниками, но только на самых ответственных направлениях, потому что они на самом деле достаточно дорого стоят. И эти наемники, они доступны как бы в самом начале, но их нужно, как сказать, развивать, да? Ну, точнее, деньги нужны. Так, городская площадь, что это такое? Давайте построим, потому что здесь вообще ничего нет, просто деревня.
Давайте так, базар-вокзал, может, построим везде. Пока на нас никто не напал, построим везде базары. Так, дальше. Значит, здесь наемники, городская стража. Вот тут у нас есть и городская стража, и наемник. Видите, какая разница? Так, кто у нас? Давайте генеалогическое дерево сразу определимся, что у нас по семейству там. Так, где? Ой, а где у меня... А, нету генеалогического дерева. Великий король. Почему нет у нас генеалогического дерева? Подождите, нам надо срочно строить в таком случае... Где наша столица вообще? В Эксфорд. Вот здесь, наверное, надо строить не сколько базар, сколько какую-то... Что-то военное, да? Так, следующий уровень 5000 населения. Рост населения 5%. Так, базар-вокзал. Давайте здесь сразу кожевенную мастерскую. Нам нужны... Так, а вот это у меня... Так, керны, это наемники. Давайте выйдем. Наш король посмотрит, кто, кого можно нанять. Арбалетчиков мы можем уже нанимать. Стоят они 860 и 240 содержания. Достаточно серьезная цифра. Вот керны. Керны тоже дорогие. Короля бы надо вот сюда, конечно. А, вот у нас есть еще один полководец. Странно, что у нас генеалогическое дерево не работает. Вроде бы здесь должно быть. А я его не вижу. Ну ладно. Лидер фракции, наследник фракции. Фракция здесь понятно. Дипломатия у нас нету вражды. Давайте поставим здесь башню. Обалдеть. Но я чувствую, увидим мы немало багов, да? Возможно. Возможно, баги будут какие-нибудь. А, это текстурки. Это прилетели текстурки этого. Зимы. Так, что у нас есть по... Давайте быстренько посмотрим по генералам. Наследник фракции. Так. Зима. Дистанция передвижения минус 30%. Видите, вот это реально влияет на передвижение, и у нас есть с вами армия полностью снабжена, то есть снабжение армии в этом моде поддерживается. То есть мы можем ходить по территориям. Мы можем ходить по территориям как бы государства, да, своего, и без потерь для боевого духа армии. Затем он, естественно, будет у нас страдать. Так, значит, наш король является и хорошим и недающимся губернатором, и генералом. То есть он, в принципе, как-то так вот может влиять. Правитель плюс 2 к личной безопасности, авторитет плюс 2 к влиятельности, плюс 2 к власти. Но, мне кажется, король должен сидеть внутри, а вот этот парень, неплохой командир, должен все-таки наследник фракции начинать двигаться. К сожалению, вот его имени я не вижу. А вот, наследник фракции имени нет. Может, это как-то потом исправится, не знаю, со временем. Тем не менее, давайте дадим ему солдат. Дадим солдат и дадим ему еще солдат. Вот, и пускай он у нас будет уже заряжен на этих, заряжен хоть на какое-то движение. Так, ну что же, наемников я не знаю. Наемников сложно, конечно. Что у нас говорит нам баланс? Баланс говорит, что у нас будет минус. Давайте возьмем вот этого дипломата. В конце концов, мы можем без проблем перепрыгнуть на карту Англии и уже оттуда какое-то движение делать. И мы сможем затусить, наверное, с Шотландией, если она есть тут, и атаковать Англию. Мне кажется, вот это и есть приоритетное направление. Напоминаю, что первая кампания у нас будет такая разгрузочная. А, кстати, куда я побежал? Если мы строим здесь
Вот это неправильно. Если мы строим здесь кожевенную мастерскую, нам надо прежде переобучить солдат. Так, королю давайте дадим задание построить здесь башню. Вот так-то лучше. Все, король построил башню, хоть что-то мы будем видеть. Сколько, интересно, стоит корабль? 1300. Ну что ж, делаем ход. И скорее перейдем к обучению наших ребят в броньку, да, и мы сможем двигаться уже на чужую территорию. Вот уже подгружаются постепенно текстурки. Кандидат на усыновление, благодетель, великий король Дамнал, наш дружище, Лето. Смотрите, Лето, нормальное передвижение, хороший руководитель, крепкое здоровье. Генерал в процессе обучения. Вот, здесь, то есть, они переобучаются. Их надо сувать в города, чтобы они переобучались. Короче, берем этого чувачка. В общем, там у них обучение, надо засовывать в города, и они переобучаются. Так, ирландцы, давайте здесь сюда. Немножко сэкономим деньжат. И, блин, нам бы, конечно, метательных еще подразделений. Или наемных копейщиков уже. Действительно, как говорится, плюнуть, завершение строительства, городская площадь. Давайте построим здесь поле. Как обычно в медивале у нас... так, хорош. Как обычно в медивале... Нам надо с ними договориться. Первые ходы быстрые, потом ходы резко замедляются, да? Насколько я понимаю, здесь огромная карта компании. Ну, вот это, по-моему, как типа стандартная. На самом деле она здоровая очень. А мировая карта, представьте, какого размера. Здесь очень много народу. Но в основном это народ... Блин, у меня прям руки чешутся. Ладно, давайте я... Нет, подожди. Давайте сначала бронька, пусть у нас бронька появится. Потом мы сможем уже сразу бронированных нанимать. Так, священник. Не знаю, нужен нам священник? Нет, сейчас. Что у нас... Ладно, давайте одного наймем. Он 40 рублей, правда, просит содержание. Ну-ка, дипломат. Мастер переговоров, сдержанный, Лето. Все, понял. Видите характеристики как? Давайте сохраняемся. Смерть кардинала. Ну хрен с ним, поехали. Со смертью покойного правителя Германии его наследник взошел на трон. Так, это мы знаем, понимаем, что он умер. Султан Мавров, король Дании, умер. Так, завершение строительства. Кожевенная мастерская. Я все-таки стал бы строить дороги, конечно. Так, переобучение сразу же. А, вот как. Блин, по два человечка только. Какие-нибудь бонусы у зданий есть? Нет. Население 2000, нам нужно... О, нам надо, чтобы росло население. Хотя бы по полпроцентика. О! Хотя бы по полпроцентика в год, чтобы росло. Так, очень это резко достаточно карта. Так, здесь вот, здесь поперло. Вот, кстати, чтобы росло население, я подозреваю, что нам нужно... так, нам нужно, чтобы у нас с вами, наверное, вот, поля. Давайте везде воткнем поля. Так, здесь еще. Так, наверное, поле сразу сюда. Блин. Какой резкий этот, резкая камера. Поле. Так, поле. Здесь половины. Так. Сейчас, подожди, я думаю. Здесь нанять наемников и встретиться. Так, и встретиться нам вот в Таге. В Таре. Так, у нас появился слот для найма, и мы ждем, когда у нас увеличится население. Да, правильно, нужно обязательно строить поля, пусть население увеличивается. На начальном этапе нам это обязательно нужно. Два человека в переобучении. Да. В принципе, мы можем нанять двух копейщиков сразу. Но, к сожалению, у нас нету этого.
Нету. Есть метательные подразделения, только они какие-то слабые. Керн, точнее, керн сами по себе не слабые. Давайте. Торговый договор. Согласились. Предложение. Давайте торговый. Ой, нет, обычный союз, что ли? Или нет, подождите. Нет, давайте сведения о карте посмотрим. Согласились. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Ух ты, 4 поселения, причем достаточно мощных. Англичане. Может начать с шотландцев и весь континент, так сказать, забабахать. Так, деревня вот меня не особо интересует, меня больше... Или все-таки начать с англичан. Тогда нам нужно союз с шотландцами заключить. Давайте сохранимся. На следующий ход сделаем союз с шотландцами. О! 99, 99, везде 99. Погоним его сюда, пускай там тусуется. А, значит, я думаю, нам брать, надо брать союз с шотландцами. Вот так. А, вот керны. Чем мне это стража? Здесь даже, в принципе... Пока двоих хватает. Вот. Союз шотландцами и сразу шлепнем. И сразу начинаем бомбить англичан. Я вижу, как бы это так. Не знаю, может быть, шотландцы тоже на нас загрятся, но. Главное начать, мне кажется, с англичан. И торговцев сделать. Свежие новости. Посольство в Англию. Ну давайте сходим в Англию. 500 рублей нам совсем не лишние. Давайте торговый договор. Неуверенность, согласие. Но вот на, возможно, на карту-то они, кстати, не согласятся. А, нет, согласились. Так, может быть, союз предложить? Может, предложить союз с англичанам? Я вот не хочу оставлять на острове. Вот островные войны, они такие. То есть, оставлять после себя... всяких шотландцев... Не хочется. Ну-ка. О, деньги не хотят, да? Ну давай, просто так. Мы заключили союз. Задание выполнено. 500 рублей нам дали. И мы тогда придется пошпионить вот здесь. Давай пошпионим нашими обычными агентами. Вот так. Пусть они и не самые крутые, но... Что, ухудшились? Улучшились с королевством Англии. Ну, пускай так. Я думаю, все-таки, как я говорю, островные войны – это такая вещь, которую нельзя... Где нельзя оставлять... Нельзя оставлять за спиной кого бы то ни было. Вот. Поэтому, я думаю, сначала все-таки надо будет... разбираться с шотландцами, а затем со всеми остальными. Так, этих можно уже сюда отправлять. Бронированных юнитов можно сюда отправлять. Здесь у нас появился наследник фракции, имя которого неизвестно. А Морвиш оф Галуэй появился. Великий король, да, все, у нас здесь все есть. Так, хлебный рынок. Я подозреваю, что мы можем нанимать торгашей. Давай двух наймем. Затем нам понадобятся поля. И еще где-то у меня было поле. Нет, стоп. А, здесь у меня уже поле заряжено. Ну вот, сейчас пускай поля тогда появляются. Двух торгашей отправим. Я бы, конечно, на корабли их посадил. Ой, у нас здесь еще Уэльс. А давайте-ка к Уэльсу. Да. Пускай священник шпионит, а мы пойдем к Уэльсу попробуем. Может, с ними что-то как-то запартнериться. И, соответственно, мы ждем, когда у нас повысится количество народу. И когда здесь появятся стены. Может быть, сделать низкий налог. 3% это сколько? Это 8. 25 человек. 25 человек вход, да? Ну, в принципе, растут они с геометрической прогрессией. Давайте посмотрим, если деньги позволяют. Ну, в принципе, позволяют. Сохраняемся.
Сейчас с Уэльсом еще торговый заключим, и тогда будет намного уже повеселее. Продолжаем наше динамическое прохождение. Итак, кандидат на усыновление. Опять король попросил. Крепкое здоровье. Генерал в процессе обучения. Передвижение группы минус 5. Мораль группы минус 1. Команда. Видите, его надо обучать. Губернатор в процессе обучения. Хотя этот губернатор справился с основами управления городом. Ему есть чему учиться. Волнение плюс 1. Законность минус 2. Сбор налогов минус 5. Торговля минус 5. Плюс 1 к нищете. Уменьшает общественный порядок и прирост населения. Вот этот человек нам не очень не пригодится в плане губернатора. Вот, не знаю, может быть, его попробовать. Так, а вот у великого короля, кстати, да, достаточно сведущ в земледелии. Видите, уже пошел, смотрите, человек на обучение к губернаторству. Вот, плюс один к земледелию. И у нас уже, смотрите, как сильно пошло. На 0,5% у нас добавилось поле. Давай поле сюда еще влепим. Городище я не хочу превращать. Значит, у нас поле дает нам деньги. Дает нам целый процент увеличения количества народа. Так. Здесь переобучение двигается дальше. Давай пойдем к Уэльсу. Кто здесь, англичане? Конечно, можно было бы и не присоединяться ни к одной из фракций. Так. Скоро. А, 5000. Нет, 5000 это долго. Короче, земледелие влияет на количество народа, соответственно, на расширение производства. Так, отношения улучшили Шотландии. С папой хорошие. Держава, начавшая войну, это 971 год. Все только начинается. Давайте посмотрим. Кэш 8000. Нормально. Сейчас еще подстроится у нас. Подстроится. Вот, кстати, уникальные здания. Вот эти с... Смотрите, сейчас покажу. Как я понял. Так, окно строительства. Вот эти вот здания. Королевский зал. С этими... Вот, британские казармы. Это вот уникальные у них казармы, которые у нас влияют, ну, на уникальных юнитов, я так понимаю. Да, остерские мечники. Ирландские. Вот нам нужно хорошему, конечно, бы клиартхайры. Вот эти клиартхайры. Где вот их взять? Где взять клиартхайров? Надо нам построить следующую... Это следующий уровень города. То есть у нас... А, улучшение общественного порядка, справедливость минус 10, но и в то же время плюс 5. Как это понимать, я не понимаю. Кожевенная мастерская и королевские палаты. А казармы стражи. Королевский зал. А, королевский зал это вот, ратуша, да? Королевские палаты. Ну, короче, нужно еще улучшение города на самом деле. О котором у нас еще и речь пока не идет. Так, ну что ж, надо нажимать ход. Давайте посмотрим, что у шотландцев есть. Деревня. Что-то слабоват по городам. Мне кажется, надо атаковать. Надо атаковать уже чем быстрее, тем лучше. Пока они не наплодили там... каких-то... тяжелых солдат. В следующий ход наймем отряд копейщиков-наемников. Земли Болгарии завоеваны. Ну, там еще будет долго всякое палево у них творится. Так, что у меня тут Уэльс? Давай-ка Уэльс сначала. А вот Уэльс. Торговый, давай. Давай с торговым. Здесь это достаточно. Давай посмотрим, кто у них тут есть. Юнитов очень мало. Ползем в сторону Франции. Подозреваю, что придется нанять корабль. Так, расчищенное поле готово. Бордель. Так, ну нам надо... На самом деле, а бордель на что влияет? Давайте посмотрим.
Нет. А, трактир. Вот трактир, наверное. Так, бордель. Да, ну, бордель и трактир, они повлияют на на появление шпионов, да? Вот так, сюда пехотку. Конница у нас есть теперь. Сколько кернов? Хватит кернов, 6 штук. Так, ну парочку здесь мы оставим. Наследник фракции. Начинающий неплохой командир. Так, кого бы там... Сведущий в налогах земледелие. Пацаны уже начали получать трейты земледельцев, да? Поэтому мы давайте быстрее выкинем отсюда. Выкинем отсюда ребят. Так. 240 арбалетчики может взять. Если мы возьмем на 240 арбалетчиков, давайте наймем. Не будем пока вот этих пацанов, вот двух наемников. И как только мы присоединятся наемники к нашему генералу, сразу же нанимаем арбалетчиков. Нам все равно нужны юниты дальнего боя. И корабль нанимает у нас... Король нанимает корабль. Для того, чтобы наш дипломат сумел... Наш дипломат сумел пообщаться с французами. Как только он пообщается с французами, мы получим 500 рублей. Вот, 500 рублей. И нам этот корабль, в принципе, ну, в какой-то степени окупится. Особенно с учетом того, что мы... Особенно с учетом того, что мы этот корабль... заключим там торговое соглашение, а корабль можно и распустить. И опять нам пишут, что земли Болгарии завоеваны. Наверное, это... О, отлично. То есть посмотрим, как у нас... Вот, 1%-ик растет. Так, улучшение дорог, повышение доходов от торговли. Я бы, конечно, 2400... Я бы за 2400, естественно, дал бы возможность... строить нашим какие-то... Давайте торговые дороги. Давайте дороги пока. Внутреннюю часть давайте по дорогам. Внутреннюю часть по дорогам, а вот в столице можно уже строить что-то именно направленное на это. На военку. Так, ну-ка это выключаем. Вот, смотрите, они еще и с опытом. Вот так. Значит, соответственно, мы на следующий ход нанимаем вот здесь наемников и идем вперед на Шотландию. Возможно, у нас все и получится. Две конницы у нас генерала. Такие ребята у нас прокачанные наемники. Денег, конечно, у нас целая тонна уходит. Но это еще и из-за того, что я поставил строительство. Давайте сохранимся. На всякий случай, пацаны. Пацанов еще здесь потом наймем после переобучения. Давайте сделаем ход. А, блин, не передвинулся дипломат. Какая жалость. А, должен сказать, что... А, земли Англии завоеваны? Да ты че? Земли России завоеваны. А, это в смысле завоевана какая-то из земель. Это в смысле не... Это в смысле не то, что... Ох, ни хрена себе, французы здесь, а я к ним. Ладно. Давайте заблокируем ему выход. Ха-ха. Так. Я думаю, надо двигаться к городу, потому что деревня для нас... Вот, хочу я наемников взять. Туда двигаемся. А вообще, по-хорошему, нам нужен этот корабль. Даже не сколько здесь. А корабль нужен нам для блокировки вот этого прохода. Вот так. То есть, чтобы шотландцы, например, не могли перепрыгнуть к нам после того, как начнется драка, мы им заблокируем выход. Вот здесь 3,5 народ потихоньку наползает. Сейчас еще
подоспеет общинное поле, и количество пищи возрастет. Ну а мы двигаемся к шотландцам с целью предать их и использовать их города в своих целях. Как раз священник здесь у нас контролит пространство. Поехали. Кто же с кем хлещется, если там сейчас завоеваны земли, земли Уэльса? Так. Давайте посмотрим. Хлебный рынок здесь. Дороги. И нам нужны солдаты еще. Вот этих двоих отправляем. Вот этих двоих отправляем. Тогда мы давай на пограничную территорию. Мало ли что. Все остальное у нас подстраивается. А, повышение характеристики. Король. Итоги хода. Ну что ж, мы двигаемся вверх. И сейчас у нас будет, наверное, драка, да? Кто здесь? Наемники. Вот они тоже. Так, две конницы. Конница здесь очень сильная. О, один к одному. Не кисло. 600-то против... 600 против 1800. Неплохо. Зато надо будет... Главное, надо будет короля смотреть, чтобы король у конницы не прошел чардж. Сейчас попробуем. Не раз... Ну, я пробовал тестовые, делал битвы. Такие, там, по пару ходов, короче. Смотрел разные эпохи, разные юниты. Но не воевал еще ни разу. Ну что ж, начинаем. Так, ирландцы. Ага, вот они. Давайте проверим наших арбалетчиков. Чуть-чуть выдвинем войска вперед. Я поставил копейщиков-наемников. Поставил копейщиков-наемников чуть вперед. То есть, чтобы они были как бы... Так, кольцо, боевой порядок, возможно, боевого порядка кольцо. Давайте проверим, как стрельба идет. Городская стража, наемные копейщики. Вот на самом деле надо наемных копейщиков прессовать. Городская стража. Что нам городская стража, если у нас вот идут наемные копейщики, такие же, как у нас? Пока там городская стража будет хлестаться, нам надо попробовать прорядить. Да, копейщиков наемных с бронькой 17. Так, сейчас здесь нету. Выдвинем вперед один отряд на наших один отряд наших городской стражи, чтобы они немножко отвлекли городскую стражу, чтобы они не забегали к нам. Так, дальше. Так, немножко отвлекаем. Вот так, ставим сюда. Керны. Нам помогут, конечно же, керны. Бегаем. Цепляем их к отрядам. Цепляем, говорю. Давай. А, вот так, да? Так, ребят, давай угоняем. Здесь что, погнали уже наших городских? Пока подкрепление не подошло, сейчас мы с этими разберемся здесь. Так, давай. Керны стреляют не очень... как сказать... Не очень интенсивно, но в то же время... стреляют, в конце концов. Так, здесь патроны кончились, давай уходим. Отправил сюда пацана на прокачку.
Хорош. Так, теперь бежим сюда. Здесь надо перестраиваться нам уже немножко по другому принципу. Скорость добавим. Я знаю, что этот мод медленный. Мод медленный. Так как мод медленный, мы сделаем надо будет сделать его, соответственно, чуть побыстрее с помощью нашей любимой скорости 1.2. Так, одну конницу я отправил надобивать. Здесь, я думаю, даже не грех будет и вторую скорость поставить. Ну, посмотрим, кто там есть. А вот это уже, ребят, с топорами. Метателей, опять же, не видать, да? Что очень хорошо. Так, но зато есть конница. Конница нам тоже особо не страшно. Так. Так, генерал наш обязательно должен прийти сюда. Скорее всего, придется перехватывать вражескую конницу. Так, там у меня что, добили? Добили, значит, возвращаемся. Не хотелось бы против короля воевать. А, вот. Не хотелось бы против короля просто так выходить. Давай попробуем атаковать их сейчас нашей генеральской... так, ополчение конницы. Так, ну давай. Наемные копейщики, опять же. Давай попробуем. Все, пошло дело. Давайте дадим возможность, может, кернам даже отстреляться. Нет, не дадим. Не дадим возможность кернам отстреляться. Здесь как-то чарджит наша кавалерия, странно. Сразу начинает подыхать. А вот и генерал. Давай, сделаем кольцо. Арбалетчики у меня сплоховали. Им сейчас настанет конец, потому что конница здесь очень серьезная. Хотя, кто его знает, может, арбалетчики, оно и к лучшему, что так поступили. Все на короля. Тут пока со своим кольцом здесь. Пока Воланда здесь со своим кольцом, здесь у меня уже драка уже идет вовсю. Сюда, ну как обычно, копейщики на всякий случай в обороне. Обскакиваем, надо обходить и атаковать. Ну что, как боевочка? Центр уже побежал. Еще бы, это ж король. Бейте короля. Входим. Бейте короля. Вот что главное. Да, не так уж и много осталось королевской свиты. Отлично бьет наша кавалерия. Там сейчас чардж прошел. Ребят, загасили. Так, керны. Ну что, керны, давайте. Отработайте по пехотке. А кавалерия тем временем поможет нашим пацанам против этих топорщиков. Ну-ка. Чардж посмотрим.
все, собственно, надо убегать только здесь. Все, да? Ну, собственно, вот такая битва. Опа. Ах, нифига себе, оказывается, король еще был жив. Ну, тут, как обычно, я думаю, можно продолжить битву с целью собрать фраги, да? А, копейщик, хорош, давай, дайте возможность королю пособирать урожай. Все, погнали наш собирать урожай. Вот это нам поможет приобрести лычки и звездочки. Как мы поступим с этими пленниками? Выкуп, казни, да? Казним. Новый человек в свите, воин-ветеран. Плюс один командование пехоты. Ну что ж, здорово. Итак, первая битва у нас прошла. Давайте заскочим в Эдинбург. Посмотрим, что мы имеем здесь в Эдинбурге. Вот, уже гологласы. Ополчение с копьями. Бронька получше в ополчение с копьями. Можно уже... Ух ты, еще два этих, два барыги. Переобучение. Неплохо. Так, походу здесь какая-то или бронька, или что будет. Так. Ничего не сломано, поэтому можно пока поставить высокие налоги. Заглянем в баланс. Баланс, да, тоже. Баланс не очень, но, по крайней мере, мы начали. Начали долбить. Начали долбить шотландцев. Давайте посмотрим, у нас должны появиться два агента. Два барыги должно появиться. 5 золотых, 36 золотых. Зима. Успешный торговец. Ну что ж. Я бы вообще их отправил бы куда-нибудь в район, на самом деле, континента. Давайте. О чем будем говорить? Торговый договор. Согласие, 500 рублей. И пойдем в сторону... пойдем в сторону Великой этой империи. Германской. Ну, вот такая первая серия. Такая первая серия. Ставьте лайк, пишите коммент, что делать. Ведь надо продолжать. Так, 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 так. Нет, не надо нам здесь барыг. Давайте пусть лучше люди восстанавливаются. Барыг мы наймем мы у себя в главной столице. Давайте вот так. Барыга, солдат, барыга, солдат. Вот так. Все равно их сейчас переправлять. Ладно, ставьте лайк, пишите коммент. Продолжим в следующей серии. Всем пока.